10 лет в пассажирских перевозках научили предпринимателя Руслана Тимофеева многому. Главное не стоять на месте, находиться в поиске. Вот эти два новых низкопольных автобуса тоже его инициатива. Спонтанно возникла идея, то, что люди с ограниченными возможностями должны также беспрепятственно передвигаться по территории нашего города. У меня таких автобусов в наличии не было. Увидел в интернете на заводе, что производят такие автобусы. И сразу решил их приобрести. Воспользовался средствами Белгородского областного фонда поддержки предпринимателей. Идею приняли и поддержали как на местном уровне, так и на областном. На сегодня в городе работало всего 3 подобных транспортных пассажирских средства. Это, конечно, мало, поэтому актуальность говорит сама за себя. Предприниматель обратился в администрацию для того, чтобы глава поддержал его и была у него возможность получить кредит на приобретение 2 автобусов в Белгородском областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства. Он принес свой проект, проект был рассмотрен, и в адрес заместителя губернатора было направлено письмо о том, что администрация ходатайствует в получении кредита для приобретения 2 низкопольных автобусов. Помимо доступного подъема, транспортное средство оборудовано также видеокамерой с возможностью звуковой записи. Перевозчик компании «Трансальянс» решили пустить эти автобусы по популярным в городе маршрутам. Да, поставили на популярные маршруты с хорошей проходимостью людей. Это еще одна возможность для людей с ограниченными возможностями передвигаться без особых трудностей по городу. Эти автобусы уже курсируют по дорогам Старого Оскола. Остается пожелать только безопасного движения.